Вкусно, Дианусик? Хас лимон мы здесь купили. Посмотрите, это такой просто замороженный, я не знаю, сок лимона, что ли. Но он как-то так... Вкусно, ну, Диана? Расскажи. Да. Угу. Расскажи вкус. Ну, лимон. Прислаженный так. Прислаженный лимон. Ну, вкусно. Мы приехали в такое красивейшее место нашего города. И это место такое, знаете, для... Ну, не знаю, сказать для туристов. Здесь же туристов нет. Но, тем не менее, всякая разная такая вот тематика. Что ты, Диана, что-то хочет? Посмотри. Посмотри, всякие разные вот эти штуки. Ой, упала. Осторожно надо, мам. Смотри, карандаш. Карандаш. А что он даже пишет, Диан, как думаешь? Да, то что будет это стержень. Вот, всякие разные штучки, здесь такие дрючки. Ну, он тебе не нужен, Диана. Ой. Ой, фу. Ой, как от него резина. Глянь, скаты, короче, прокрутились. Резина воняет ужасно. А вот, вот эти вот наборчики, которые я люблю. Так хочу себе купить, Диана. То есть вот здесь вот столько всего интересного. Там, ой, там такие классные места, где можно перекусить. Тянусь-ка, возьми меня за другую руку. Иди на эту сторону. Здесь, конечно, очень много людей. Диан, смотри, всякие разные. Так пошли по той стороне, вообще не важно. Подожди, подожди, машина. Подожди, сейчас перейдем. Собачки. Вот, глянь, колечки. Это ж не береза, да? Ну, конечно, нет, Диана, естественно, нет. А вот эти, посмотри, может быть, и настоящие. Лунный камень очень похож. Зеркало. Диана, давай, мужчины уходят. Подожди, вообще так? Да, оно тебе не нужно, смотрит. Ты не будешь покупать. Вот такие вот, вот такие вот здесь эти шкатулочки. Ладно, не буду, а то поломаю. Дианусик, идем. Там. Ну, а почему тут корейцы? Что это такое? Корейцы, корейцы. Это на... Куда его одевать? Послушай, это на руку браслет. Бета-сет – такая группа музыкальная, и корейцы, они как бы поют, их очень любят, типа они красивые. Это айдол, они популярные крутые, потому что они симпатичные. Я бы еще хочу. Я вот это купила. Да купи. Еще Диан, ну мужчины уходят, Диан. Так вон они стоят, что ты... А, все здесь. Слушай, вот эти... Всякая разная штучки, всякие. Слушай, мне интересно. Ой, я тут сейчас и пополамаю. Пластик у нас. Пластик, Эвель, вы пластик? Я всегда вот эти дела прям на зуб пробую, реально. О, посмотрите, кольца. 2,5 лира вот эти. Шуна казарек эзюрус. Буйрон, 1 лир я билекликлер. Хавалар 1 лир я. Я хочу кольца, как у Сиэля. Вот такое? Нет, такой квадрат. Диан, ну это все липа. Это такое. Я знаю, я хочу кольцо Сиэля. Вот ты такое возьми, глянь. За 50 куш. Буйрон, 1 лир я билекликлер. Хавалар 1 лир я. 1 лира. Не, 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 всякие браслетики. У меня в школе вот такие браслеты все носят. Дети все, носят. Все. Буквально, только не тирамин. Вот, видишь? Смотри, там прямо сейчас имя. Диан, ты хочешь, тебе напишу, Диана? Амен, гелюру. Furkan, al bakalım. Tamam, ben aldım. Diana, stok mu? 3 tane aldım. Poşet vereyim hemen. Şöyle poşet. Вот это масло, лавровое масло. Сколько бошки на когда? 10 лир. А, 10 лир, вот такая баночка. А что с ним только делать?
Использовать для тела, наверное. Хатайский камень. Хочешь, тебе напишу, Диан? Что? Вот смотри, чистые. Что ты хочешь? Хочешь это твои... Же не остальщик, здрасте, это хатайский камень. Вот это? А это я не знаю. Нарда стон. Говорит, что настоящий. Глянь, вот это. Глянь. Я бы хотела, но у меня еще веревка. Глянь, сколько красиво. Вот это. Бубириза? Фируза. Глянь, как все сделано. И здесь камушек, посмотри. Я хочу луны, мам. Буне кадар? 15 лира. 10 лира он. Он, Диан. Штука один без веревки. И пиля веревка. Без веревки. Ода 10 лира. Да, как красиво. Такие я хочу только внутри. Что ты хочешь? А кольцо не хочешь? Акит агат, агата агат? Стон. Шунлар агат. А агат. Агат. Диан, это настоящие камни, Диан. Вот это настоящие камни? Да. Думаешь? Ну я спросила, сказали. Думаешь, а ну вдруг они врут? Седеф таши. Седеф. Интересно. Buyurunuz hanımlar, isim yazabiliriz. Это ракушка. Ne kadar fiyatları? 15 lira. 15 bu. Onlar plakalar 15, çiçekler 20 lira. 20? Çiçek 20 lira, evet. А вот 20 лир. О да, агат стол. Агат. Буна да таш. О да, hepsi bizim standımız. Диана, все, это все камни. Мадам Лателабе. Ну покупайте деньги есть. Да, но мы хочу с ниткой, а не просто камни. А как, и пуар. Сейчас тебе тут одену. Вот, видишь, одеваю. Не понимаю, но... Так, вот Диана себе купила. Сколько? 10 лир, да? Да, 10 лир. Лунный камень. Наконец-то сбылась Дианкина мечта. У нее появился Чок Зенгин. Сбылась Дианкина мечта, купила себе лунный камень. Ну все, знаешь, когда этот самый мечта осуществляется, это очень важно. Так, и все. Вот так вот мы, значит, пока что опустимся, а внутри там будет гораздо интереснее. Идем, посмотрите, ой, здесь такой туман, здесь вообще такая зона интересная. Посмотри, какие фонтанчики. Людей очень много, здесь так интересно. Ой, вам дур! Дур! Пошли. Да, да, но здесь очень шумно. Шумит, вода шумит. Какая красота. Ничего у нас, есть дыр. Ну какие, правда, шумы. Диана зашла. Диан. Холодно. Холодно. Зачем ты, они... А теперь будут долго сохнуть. Зачем ты это залез? Диан, да это суар. А, куртан это. А якобы... Она такая холодная. Конечно, глянь. Ой, какая холодная вода. Хаир, я не хочу кукурузу. Yoksa yemekten sonra mı? Nasıl? Nasıl yemekten sonra? Böyle gitmek yemekten gelmek... sonra eve. Ой, здесь так народу много, просто ужас. А вот посмотрите. Сейчас мы сюда подойдем. А, ну там не особо хорошо видно. Люди сидят, отдыхают прям в воде. Да, а там есть и свободные столики. Мы вот там ели. Я. Не за моими. Шимди. Конечно, шимди. Как емек, так всегда шимди. А куркан шимди из тюрьмы. Куркан, не за моими. Шимди мы. Так, ну все, идем мы уже сейчас. Уточки.
опускаемся вниз перекусить. Здесь ступеньки. Здесь вот это запах такой немножко, конечно же, сырости. За счет воды официант весь с мокрыми ногами. А, вот тут же мы были. Да, мы были. Подожди, пускай, мама, подожди. Мужчин. Ну, я сюда подойду к воде. Посмотрите, какая красота, нет сумки. Ты хочешь там, там водичка. И наверх можно подняться, там можно. Вот еще этаж. Можно, там нет воды. Ну, там воды нет. А ты прямо вдруг я бы лучше бы без воды поела бы. Я бы, вот, мама, это круто. Сидеть и там вот. Да, так же нет, там есть на ногу поставить, если не хочешь. Да я не против, ну не знаю. Можно даже, посмотрите, ужинать с видом на рыб. Вот свободный столик. Ну я не знаю, мне как-то прикольно здесь, конечно, но... Так, мои куда-то бегут, я за ними не успеваю, здесь все мокро. Официанты все с закатанными штанами. А, фурканеры! Вот так вот. Здесь надо заходить. Так, ашлы. Фурхан шикар. А я Анла воды машки, мне дэн сэн буги дин. А сэн сэн бирдин. Что я надо, да? Fazla terlik var mı? Bizim olana bir terlik değil ya. О, видите, официант. Все тут подготовлены. Вот. И вот наш стол. Ну, здесь, конечно, все так естественно. Такой, конечно, интересный. Давай, мама. Мама дает. Блин, а вода-то холодная, Диана. Так тут есть на ногу поставить. Хорошо. А, это дополнительный стол. Такую, а наш вот в мелкую клеточку. А детки вон гуляют. Сипариш вердениш ме, özür diliyorum. Вердениш ме сипариш? Официант, официант. Ney var? Sıcak yiyeceklerden balık, karbiyo, sülü tavuk, şiş tavuk, Adana kebap, kuşbaşı, bıçak kıymasından kağıt kebabı ve karata farnı. Mukremi nagami hadi. Daha çabuk ne kadar? У них тут все подготовлены тапочки. Ты какая? 18 лира ефанды. Ну, работа есть работа. Вот тарелка с этим. Ашкин буйсим насал. Насал, бух. Acım hangisi acım? Вот это вот баклажан, такой острый. Bak, вот это хумус. Bu çok güzel. Да, вот так вот с помощью хлеба. Это закуска. Нам принесли уже хлеб и закуску. И напитки. Вон Дианке айран принесли. А это вот пробуем. Закуски, да, мезе, мезе. Наконец-то, долго мы ждали. Сколько ждали, Диан? Час, может быть. 20, может быть, минут. Это что? Ашким буне? Кейт кебабы, а это табуклар. В смысле курица. Курица. Хлеб вот такой вот, вот таким образом сделано на мангале. А что мне перчик. Есть? Вот так вот. Ну вот это все, мы тут уже съели. А вы пустил? Аллаху хала диет я курицу. На, так будешь курицу. Аллаху хала диет я курицу. Эвет. Тебе... Ну все, мы уже вышли. Идем дальше. Решили прогуляться. Кызлы.
очень много людей вообще. Для полезной серии круто, да? О! Подожди, посмотри, какие эти картины. Это интересно, что рисованы или это сфотканы. Да, тут еще и машины умудряются ездить, понимаешь? О, матрешки. Конечно, здесь цены, ну, такие, конечно же, не низкие, потому что где больше людей, там цены, конечно же, поднимаются. Но зато вот здесь можно найти на любую тематику, особенно туристов, все что угодно. Мама, слушай меня. Да, говори. На протяжении всех этих 5 месяцев, где мы бы ни гуляли, присматривай себе постоянно то, что ты хочешь. Хорошо, буду высматривать. Лян, а здесь преобразили. Поняла? Да. Мозаик, кафе. Лян, здесь лучше стало. Здесь как-то теплее, а то мы там сидели, я прям аж продрогла. Здесь, оказывается, шарка. Все, Ашкин. Бияс, картал. А вот здесь какая красота. Тут, может быть, это кафешка такая. Красиво, уточки плавают. И вот такая есть тоже. Красиво. Но здесь тише, здесь гораздо тише. Не такой звук, только вот вода стекает. Вот. Ну здесь, тут низ, я думаю, крупно идут. Как чай, кофе, как весьма. Ага, да, Шкенбург, да чай вар. А башка и мы куловили ее. Здесь нет такого, типа мяса и так далее. Мердова. Чай, кофе и так далее. Сады джейчмек. Вемесы. Ой, как красиво. Я еду в курицу. Люди отдыхают. А я как бы с ним в сторону коридора. Все так зелено, но зимой здесь все закрыто.